Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Продолжаем проходить игру Ванкуш. В прошлой серии, как вы помните, я опять погиб в заварушке. Правда, не понял как, но скорее всего от энергетической стены. Продолжаем. Как обычно, тут заварушка, ядрить его на корень, а? На-ка, выкуси. Отлично. Всех коротнул, по-моему, да? Давайте зачистим здесь. Что ты там брыкаешься? Ёлки-палки, не успел. Отлично, взорвал. Этих тоже сосунков всех. Да что тут происходит-то, а? Да. Так, опять закоротил их. Давай. Отлично. Черт, этот на турели сидит. Что ж так все мелькает-то, а? Давайте, ребята, чистим здесь для нас проход. Отлично, еще один сидит. Все, готов. Так, они что-то бросили, по-моему, да? Гранаты. Ну и я тогда их угощу. Теперь добиваем. Так, нормуль, взял шотган. Да и фиг с ним. Великолепненько. Кажись, все, ребята, чисто все. Да, вроде бы никого нету. Все, наверное, пойдем мы наверх сюда поднимемся, да? Так, что такое у нас? Да я хотел взять гранаты, что ты удар-то делаешь, елки-палки. А, ну это по старой привычке, я нажимаю на Е. Типа во всех играх это действие, а тут R. О-о-о, тихо, тихонько. Не надо тут буянить, ребята, опять киборги, блин. Елена, подожди, не до тебя сейчас в данный момент, дай разобраться с этими тварями. Так, Бёрнс, разберись там с ней пока. Давай, пока валяется. Черт подери, что опять там происходит? Какого лешего тут произошло? Что на этот раз? Так, давай-ка чекпоинт. Меня это не устраивает. Ух ты, хорошо хоть отсюда. Так. Не могу я понять, что меня в прошлый раз опять убило. Какая-то волна. Помираешь тут практически от всего, блин. Давайте этого цыплака взорвем. Что-то не взрывается нифига. Непонятно, то он взрывается от обычных выстрелов, то здесь у него какая-то вдруг броня. Вот так вот, отлично. Бежим. Ага, смотрите-то. Ублюдок здесь стоит. Давай. Ага, может быть, он меня лазером в тот раз. Просто я его тихо схватил там. Ничего себе, он разорвал мужичка. Ты гад, блин. Нет, ребята, все-таки это какой-то монстр. Просто в костюме. Походу дела, это пришелец. А не киборги, как я раньше думал. Так, дайте-ка. Ох ты, ё-моё, добил. Я только хотел мужичка этого спасти. А он взял его, расстрелял. Так, где-то еще. Не всех мы тут подчикали. Где он тут ныкается, а? Так, а это у нас, ребята, какое-то... Ага, вон там он сидит. Блин, придется оббегать. Давайте-ка, на ускоренном. Давай зачистку делаем. Отлично. Теперь, я так понимаю, мы можем пройти сюда, да? Нет? Так, Елена, что ты там? Ну так я же говорил, что нам надо будет сюда бежать. Ага, вот, ребята, и метро. Метро будущего. Так, давай, парнишка, что ты там? Опачки, браток. Ага, Бёрнс, ты молодец. Ты умница, правильно. Каждый солдат у нас на счету. О, добро пожаловать. Ага, он отругал Елену, чтобы в следующий раз она говорила это заранее все. Чтобы типа солдаты успели. А теперь у нас очередная проблема. Будем, ребята, как я понял, отстреливаться от преследования. Опять у меня минус 3000 очков за смерть. А, кстати, для чего я здесь вообще коплю эти очки? Я еще могу как-то улучшаться, я... Собираю вот эти вот апгрейды всякие. Но ничего пока толком
Не делаю. Все, что ли? Блин, довольно прикольно сделано. Вы посмотрите, как здесь устроен город. По кругу. Напоминает мне фильм этот «Новый мир» или как-то так. Там тоже типа того было. Мы как в сфере в какой-то. Так, займите позиции, говорят, да? Ничего подобного, будем отбиваться. Так, ракетница. Бут, машинган какой-то, непонятно. Почему у меня всего два орудия? А, нет, вру, что я тут свищу-то? Отлично. Ну хоть здесь с первого выстрела уничтожается. Так, сзади я смотрю, да? Вот они, гады. Шикарно. Как говорится, меньше проблем нам. Кстати, за турель, наверное, можно сесть. Что, опять? Опять летят гады. Вот этого оружия, ребята, я не понял смысла. Вот он летит, но, как видите, ничего особого не делает. Черт подери, закончились снаряды. Как у меня все вовремя. Ну, дробовик меня спасает, как всегда. Этот куда-то в объектив лез. Давайте вот этого. Отличненько. Блин, слишком дофига их. Но зато они ватные. И особо урон такой не наносят. Черт подери, и накаркал, блин. Давай, шотган. Да почему ж ты? Все время я нажимаю на эту кнопочку. Здесь все по-другому. Рокет ланчер. Ну-ка, лайфган. Никакого эффекта я не вижу от этой пушки. Затишье, какое, блин, затишье. Да мы заняли уже позиции. Елки-палки, Бёрнс, хорош уже, а. Ну-ка. Отлично. Ха-ха. Прям, как говорится, на... О-о-о-о-о-о-о, тихо, тихо, тихо. Нифига он приземлился, прям перед носом. Неужели взорвал я его, а? Быренько это все произошло. Куда-то двигаемся. Непонятно куда. И непонятно зачем. Так, все. Перетерли свои дела. Так, походу дела здесь. Ага, нас преследует на другой полосе. Да что ж ты не сдыхаешь-то, урод, а? О-о-о-о, тихо-тихо-тихо. Нифига, кто там снарядом это еще пуляет? Блин, шотган, по-моему, не достает до туда, ребята. Давай-давай, нацеливаемся. Пошла ракета. Хоть попал, нет? Так я не понял. Ну, еще одна. Шикарно. Шикарно бомбит. Сколько у него зарядов-то? А последний был заряд, ребята. О-о-о-о-о-о-о, хорош, хорош. Хорош, ё. Дай-ка стрельну в эту фигню, блин. Да что такое-то? Во, давай, снайперка. Давай, давай. Черт тебя подери, все двигается очень быстро. Толку мне уже стрелять в эту бочку, если тут уже никого нету, блин. На-ка, мимо, блин. Все мельтешит, ни черта не могу сконцентрироваться, прицелиться. Дай-ка я за эту штуку сяду. А толку-то здесь никого нету с этой стороны. А с той стороны у нас... А, есть, есть такая же пушка, ребята. Дайте-ка я тогда... Ага, вот. Вот они и появились с этой стороны. Давайте-ка обратно. Зря только отбегал. Поворачиваемся. Ну, где эти? Никого не вижу пока. Ага, вон он. Ракетник. На-ка... Да что такое? Во-во-во-во. Отлично, прижучил. Ага. Нормуль. Киборга мы этого снесли. Киборга, блин. Монстра. Что теперь у нас? Непонятно, что-то с транспортом. А что у нас с транспортом? Не так. Все, по-моему, великолепно. Дэмэдж, дэмэдж.
Это что такое у нас? Урон. А какой тут урон? Тут все вроде бы нормально. Что происходит опять? Сошли с рельсов, что ли? Так, чувствую, сейчас опять что-то будет, блин. Так, она по сканеру ничего не видит. Но все стоят почему-то на стрёме. Но спрыгнуть я тоже туда не могу. Так, записались мы. Ага, теперь она все как раз увидела. Ё-моё, летят, блин. Давай, не давать им высадки, блин. Да ну нафиг, ну... Отлично, блин, все-таки приземлились. Тихо, блин, да что такое-то все... Кто так... Ух ты, ё-моё, какого фига ты так близко-то приземлился? Только не бей меня кувалдой. Давай. Черт тебя подери, а! Сейчас заколбасит меня, по-моему, здесь. Сматываемся. Нужно перекурить маленько, потому что хпшек мало. Ты посмотри, что он там орудует, а? Своей дубиной этой. Вау, справились. Так, надо паренька подлечить. Давай, вставай, братуха, некогда отдыхать. Тем более здесь враги, блин. Опять на цыплаках. Блин, мне бы, ребята, по идее, турельку бы взять. Хрен там. Короче, надо бить возле ног где-то так. Потому что иначе им дамага не нанести. На-ка, один готов. Да ё-моё, блин, в этот щит бесполезно ему стрелять. Слушайте, такое впечатление, что если мы не отобьем сейчас, нас просто подобьют и мы упадем. Эй, пушка не достает, не разворачивается, а. Нет, это все фигня. Во, давай, отлично. Да где еще? Что происходит? Ага, вон там, блин. Там еще и с ракетницы бомбят. В общем, я побежал туда, надо там все зачищать, как ни крути. Так, давайте отсюда. Мне бы, конечно, было лучше бы за турель сесть. Но пока я не вижу этой возможности такой. Да куда ж ты строчишь-то? Давайте этих гадов. Отлично. Блин, все-таки радиус у шотгана очень маленький. Убойной силы, так что... Тут, конечно, надо что-то такое потяжелее и подальнобойней. Отлично. Что происходит? Что происходит? Не пойму. Блин, кто-то сверху, да, бомбит? Хидрить его на корень, а со всех сторон. Вы посмотрите по карте. Просто шаттл за шаттлом нас атакуют. И как, извольте меня, блин, тут отбиваться? Опа-на, Сэмыч, ты что задумал? Е. Хорошо. Неужели ты сейчас будешь... Так и есть, ребята. Он решил их все тут подбить. Парень, иди отсюда. Это мой шаттл. Елена, я взял под контроль шаттл. Молодец, Сэм. Так держать. Передаю управление. Ух ты. Нормуль. Вот это мне нравится, вот это Футур гейм. Опачки. Не. Черт подери, что случилось, ребята? Фак, ребята, по-моему, он сошел. Оу. Ё-моё. Да ну нафиг, не может быть, чтобы он погиб.
Не верю я в это. Так, все, ребята, приступаем нафиг. Они меня разозлили нафиг. Черт, вы бабушки всех тут разнесли, блин. Ага, отлично. Теперь я уже беру, да, под свой контроль. Ага, тут вот так вот. Куда я навожу цель, стреляют эти турели, которые по краям. Ладно, это хорошо, это меня устраивает. Ну что же, покажитесь, ублюдки мелкие. Я готов с вами сразиться. Так, Елена, ты мне лучше другой давай. Цели показывай. Нифига я тут летаю. Да-да-да, хреновая ситуация, я тебя прекрасно понимаю. Но эти ребята, по-моему, наши летят. А где же враги-то? Будет кто-нибудь сегодня здесь или нет? Отлично, я и двое наших. Меня это вполне устраивает. Так, по-моему, впереди что-то назревает. Так, это... Ага, вот они, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо, не буянь. Нафиг, их надо всех сносить, блин. Забернуться, как говорится. Я сейчас постреляю, гнида. Отлично. Снес. Так, давайте этого еще убрали. Все вроде бы нормально. Только интересно, я куда-то по какой-то вообще другой стороне лечу. Независимо вообще даже от рельс. Опа-на! Сошел, браток. Ну, двое моих, я смотрю, прикрывают меня. На транспорте. Приготовились. К чему? Что? Ё-моё, это что такое еще? Черт подери, это же босс. Самый первый босс, которого мы бомбили с вами. Или нет? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ё-моё! Фак, а? Побили все-таки. Вот упыри! Черт тебя подери. Сэм, ты жив? Нормально с тобой все, а? Давай, вставай, браток, некогда лежать. Елена, давай вкали ему адреналин. А, нет, молодчик, Сэм. Ты меня радуешь. А, ты еще жив. А сигареточку? Давай-ка сибарку, задыми. А так, как в воду глядел. Отлично. Молодец. Перекури маленько, ты заслужил. Ну, я так понимаю, он сейчас перекурит маленько. Встанет на ноги и начнет крушить, как всегда, этих роботов, киборгов, мутантов и так далее и тому подобное. Все отлично, я иду вперед. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно увидимся в следующих сериях. А на этом все, всем пока и удачи, ребята. Can't stop now.